Сегодня готовлю несладкую сангрию, получается очень бодряще. Приготовьте вместе со мной. Рецепт очень легкий и можно импровизировать. Для этого рецепта калифорнийская бургундская очень даже неплохой вариант. Беру 3-литровую баночку с краном, обрезаю хвостики у клубники и целиком закидываю в емкость. Один апельсин нарезаю кольцами и отправляю в банку. Запах свежих фруктов и вид потрясающий. Крупно нарезаю 1 зеленое яблоко и 3 спелых нектарина. И добавляю в банку. На самом деле можно добавить любые ягоды и любые фрукты, какие вам нравятся. Наливаю в банку вино и даю настояться. Чем дольше, тем лучше. У меня получилось 2 часа, и фрукты успели пропитаться. Мне кажется, что лучше не ставить банку в холодильник. А если хочется похолоднее, то можно добавить лед. На мой взгляд, напиток от этого только выиграет. Он будет разбавлен холодным льдом. Как всегда, друзья, я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.